В Якутии собирают средства на памятник легендарному снайперу Ивану Кульбертинову. 7 ноября республика отмечает столетие со дня рождения героя Великой Отечественной войны, одного из самых результативных снайперов Второй мировой войны Ивана Кульбертинова. Продолжит Саргылана Федорова. По сбору средств на строительство памятника старшему сержанту гвардии, выдающемуся снайперу, прозванному «Сибирской совой» за стойкость и несокрушимость, Ивану Кульбертинову прошел телемарафон-концерт. В течение 3 часов собрали 191 тысячу рублей. Ориентировочная стоимость памятника – 7 миллионов рублей. Сбор средств продлится до 1 декабря. Подобные акции проводятся и в районах республики. В Алекнинском улусе сегодня проводятся концерты, акции. В Оленёкском районе молодежные движения. В Алданском районе проводятся конкурсы. Создана рабочая группа, которая рассматривает несколько вариантов строительства. Памятник предлагают установить на одной из улиц в автодорожном районе. Второй вариант для установки комплекса – 153-й квартал ДСК, где планируют построить школу. И третий вариант – сборный пункт «Маяк». Скульптура задумана высотой в 3 метра. Есть предложение, что снайпер наш будет в присе с ружьем, есть предложение в полный рост, есть предложения разные там. Значит, что во время войны немцы на своих позициях, предупреждая, значит, своих офицеров о нахождении на той стороне Кульбертинова, писали дощечки «Ахтунг Кульберт». Объявлен республиканский конкурс эскиза комплекс памятника Кульбертинову. Есть несколько проектов. Будет выбран скульптура того или иного автора. Федерация профсоюзов также выделит средства. Ну, сам лично, также наша семья уже подключились к данной акции. Он ровесник октября. Он и трудился потом на гражданском фронте, так как и воевал. Очень добросовестно и эффективно. Поэтому это один из лучших сыновей нашей республики, и памятник ему должен быть. Комплекс планируют установить 9 мая 2018 года. Памятник будет олицетворением мужества и героизма всех солдат, воевавших в Великой Отечественной войне. Организаторы призывают всех желающих присоединиться к благородной акции, имеющей важное значение для сохранения исторической памяти о бессмертном подвиге легендарного снайпера следующим поколениям. Саргылана Федорова, Василий Слепцов, НВК Саха, Якутск.